got the money in my pocket, but I'm happy, so fuck it. Yo, I'm feeling so fine, I'll be drinking my wine, flying high like a rocket. I got you, you got me, do you wanna join me? My drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. Oh, we got no problems to worry about now. Ребят, сейчас находимся на фабрике, которая производит приставки Т2Е и Аэрмауса. Договариваемся о поставках в Украину в интересных ценах, чтобы нашему потребителю было комфортно пользоваться своим телевизором, своей приставкой. Седьмой день нашего путешествия позади, два города, Шэньчжэнь и Гонконг. Сегодня мы прибыли в Гуанчжоу. За три дня мы планируем посетить крупнейшую выставку в Китае, Кантон. В течение трех дней будут идти переговоры с нашими поставщиками, возможно, с новыми поставщиками по поводу условий сотрудничества, качества, цен и других нюансов. Как видно, сзади идет дождик. Необычное явление для этого времени года. Здесь город просыпается уже, поэтому мы тоже будем собираться. Yo, I'm feeling so fine. Ребята, просто капец. Первый день Кантона, погода супер. Me, do you wanna join me? My drink is free. I got you, you got me, and we don't know where else to be. Oh, we got no problems to worry about now. We got no others to break us down. Oh, we got no problems. Я, конечно, не в фирменной футболке, твою мать, где она делась? Делась, а ты но ее мы не брала? На Кантоне. Я ее брала. Ты хочешь сказать, что в это, блин, Шэньчжэнь сперла нашу футболку? Да. Неубиваемые пульты. Неубиваемые пульты. Вот это материал PC они называют, то есть который противоударный. Поликарбонат. Степан подсказывает, что это поликарбонат. То есть противоударный, собака его не разгрызет. А, его можно бросить в воду, это показано вот здесь. Если фан-шуй, если вам интересно, мы можем привезти эти позиции к нам в интернет-магазин, обращайтесь, потому что очень часто просто для попугаев, для собак, для кошек. Для детей. Для детей, да. Когда зубы режут.
покидаем кантон. Да, за полтора дня справились. Поэтому мне нравится Гуанчжоу. Почему? Ну, не знаю, как-то как-то просторно, освещенно. То есть все равно город более старый, город более обжитый. Уже вырисована какая-то инфраструктура, что-то есть. Потому что в Шэньчжэнь... Я не очень люблю, было понятно, здесь более развито. Ну, так мы там сколько на метро катались? Изучили уже. Bye-bye. Оказывается, вот он, рабочий 10 дней мы работаем. Просыпаемся мы по китайскому времени, то ложимся мы по киевскому. Спать получается. Наш рабочий день заканчивается перед сном. Остается время. Украинский. Ну, когда мы ложимся спать, остается время только искупаться и все. Да, и сегодня кто-то уже сладенько посапывал в машине. Ну а что, пробки, почему не воспользоваться этим временем и не подремать немного? Да. Вечерний центр Гуанчжоу впечатляет. Come to the bed and then take off your dress. You are the answer, so I ain't gotta guess. I'm just hoping that you know all you gotta say is yes, yeah. And we can leave our problems behind. It's so nice, we could do this in the meantime. And where you at? Got my hand on your back. And I'm playing with your cat and I ain't talking about a feline. Nah, and love's a feeling I blame. And I'm not a bowler, but you know I'm feeling the frame. Didn't know that Cupid's willing to aim. And it's funny, cause like Jake in the 90s, well, I'm still with my dame, I mean. Сегодня как раз типичная температура для Гуанчжоу в октябре, поэтому бегаем от кустика к кустику в тенечке. Перемещаемся, потому что на солнце невозможно. Шо? Как вам карта? Все понятно? Могли бы сравнить с Google Maps, но, к сожалению, заблокировано. Впечатляет? Нет, тут у них настолько грамотно сделана центральная часть города. Вечером красиво, до 11, но, к сожалению... Мы гуляли поздно, поэтому мы выходили практически по темноте. Мы гулять начинаем после 11, когда закончена работа. Выходишь из-под деревьев на асфальт, и такое ощущение, что вот начинаешь... Мазохизмом? Вот, блин. Команда мазохистов. I know the feeling is fine, I'm feeling in time. And yeah, it's going down like my hand on your spine. And I'm never leaving, so you better know that if I go, I come back around. Кто управляет этот телевизор? Думаю, есть ли он у нас? Такой пульт? Или телевизор? О, вот как раз. Вот то, о чем я говорил. Стоп, присоединяемся? Это я вот думаю, где бы найти картон, чтобы тоже прилететь. Или может быть лопухов нарвать.
дней путешествия по Китаю позади. Завтра дома, завтра в бой. Мы думаем, что поездка получилась достаточно продуктивной. За счет этого мы сможем расширить ассортимент, предложить и новые интересные продукты нашим клиентам. Поэтому до встречи! Take